Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. В этом видео я хочу сделать обзор, как у меня на 9 июня растут кабачки. Они уже начали цвести, и, как вы видите, нет пустоцветов. И рассказать небольшие простые секреты выращивания этого вкусного и полезного овоща. Во-первых, чтобы был хороший урожай кабачков, нужно выбирать правильный сорт. Я уже не первый год сажаю кабачок «Искандер» из профессиональных семян. Также мне нравится выращивать урожайные кабачки грибовские, кавили. И второй секрет. Высаживать кабачки лучше всего рассадой. Это ускорит плодоношение на 2 недели. Если есть мужские цветы, у меня вот нет мужских цветов на кабачке «Искандер», практически не замечала, то мужские цветы нужно удалять. Еще кабачки нужно правильно поливать. Когда погода с дождями, конечно, полив не требуется. В сухую погоду поливаю примерно 1-2 раза в неделю. Поливать в центр куста не нужно, поливаю вокруг кустика по периметру. Если поливать в центр куста, то кабачок может загнить. Еще один такой момент, когда у кабачков было 4-5 настоящих листочков, я их окучивала. И в этом году я присыпала перепревшими опилками. А высаживать кабачки нужно в удобренные лунки, хорошо заправленные перегноя, или хорошо их выращивать на компостных кучах. Удобрять кабачки достаточно 3-4 раза. Первый раз азотными удобрениями, второй раз тоже можно подкормить настоем зеленым удобрением. Первая подкормка настоем коровяка или настоем сброженной травы крапивой. Это после высадки дней через 10. Второй раз подкармливаю настоем коровяка или сброженной травы вот сейчас, когда кабачки зацвели. Еще через 10 дней и в последующем буду подкармливать настоем древесной золы. Древесную золу беру стакан и растворяю в 10 литрах воды. Спасибо за внимание!